И всем привет! Вы на канале Vidroid Gaming, меня зовут Александр. Сегодня зарубимся в Space Wolf, продолжим проходить кампанию, но предварительно, естественно, потратим наши ресурсики. Начнем с ежедневного бонуса. Опа, я, кажется, линейку пропустил, потому что опять мне 250 всего лишь дали. Ну ладно, ничего страшного. Что там в бустере? ГГГГГ. Жалко, разобрать нельзя. Ну и ладно. Так, арсенал. Давайте попробуем что-нибудь купить за голду. А то накопилось у нас ее уже 6000. Да. Итак, у нас есть главный перец. На него хватает. Что у нас есть? Ну, давайте берем сразу. Не хватает. Ладно. Хотите приобрести за 175 рублей? Хе-хе, ну нафиг. Так вот, веселый Рэй. 3-го левела. Типа не хватает. За 2400 можно взять. Что нам дают? Миниганчик и фортик. Замечательно. Ну давайте его и возьмем. А на 5 хватает? И на 5 хватает. Давайте его тоже возьмем. Все, на 6 уже не хватит, да? Да, на 6 уже не хватит. Че, кого из него стряпать будем? Наверное, эфорт возьмем. Эфорт — это полезная вещь. Щит или молоток? Ну, наверное, молоток. Да, щит там у нас был какой-то вроде. Или не был. Ладно, неважно. Поехали. Компашка, значит, у нас вторая часть. И стадия называется «Надежды и опасения». Найти сундук кузницы и уничтожить все силы хаоса в храме. Изи-бризи. Здесь у нас все готово. Ворвались в бой, даже ничего не сказали. Стоят такие, тупят. Так, у нас здесь сразу же куча противников. Что-то я не помню эту карту. Ну, уничтожить силы хаоса в храме, значит уничтожить силы хаоса в храме. Так, надо будет подготовиться к бою. Возьмем вот эту вот фигульку. И поставим, наверное, вот эту вот фигульку. Что они сейчас попрут, скорее всего, сразу. Так, хоть защитка будет. Ну, и этим просто подойдем. Можно даже с кулачка подойти, чтобы эти очки усилия потратить. Пипец, у него колода, конечно, одни мувы. И у этого то же самое. Не самое лучшее начало. Ну, давайте посмотрим, что пацаны как ходить будут. Да, они врываются в бой. Это хорошо. Мы готовы к бою. Тихо только. Только что-то. Ну-ка, давай. Во, получил? А чё, это не сработало? Не сработало, ну и ладно. Цель сбрасывает карта. Ну и чё, пацан? Гранату кинем? Так, у него 14, у этого 12. Ну блин, она не сработает никак. Можно кинуть ей форт заюзать. Сейчас ко мне, походу, приедут. Да. Итак, мы продолжаем. Меня немного опять отвлекли, блин. Капец, блин, бесит. Короче, сегодня, наверное, будет одна часть, потому что работы у меня дофига. Одну стадейку пройдем. Пока, наверное, так. Можно еще грену кинуть, чтобы наверняка... Видите, они уже жирненькие пошли, 450 хипов. Ну, хотя у меня все равно больше. Ну и ладно. Давай еще вот так вот тебе кинем. Капец, фигня какая-то, не карты попадаются. И тут тоже фигня, мы пока стоим, ходить не надо. Да успокойся ты. Наконец ты идешь. И куда ты побежал? Дебил, что ли? Мне с Рэем гранаты вообще не везут, короче. Криво кидаю. Ты хотя бы в гранату не попади. Убить 5 врагов, пока Гунар сражается с колдуном. А, я припоминаю эту стадию. Землетрос фэл. Так вот чью гнусную вонь я постоянно чую последнее время. Угу. Появился чувачок наш, и он сейчас будет пвпшиться с фрелом.
Космические волки, ваше примитивное восприятие окружающего пространства просто удручает. На этот раз у вас нет ни малейшего шанса. Окей. Ну, короче, надо убить 5 колдунов. Да, убью их. Едем дальше. Пачаны бегут в бой. Так, если я не ошибаюсь, где-то был этот. Ну, сейчас смотреть, как вы пвпшитесь. Давайте на x2 хотя бы. А, вон сундук, я спалил его, да. В этом коридоре сундучок. Ну, тут народу таки криндец сколько много. Так, что делаем? Этой мы стоим. Этим можно вот так вот сделать. Перекури пока. Ой, парень, парень, вот ты сейчас попадешь, там их столько, этих пацанов. Давай-ка, наверное, ты лучше назад отойдешь. По-добру, по-здорову. Постой пока здесь. А, их убивать надо, блин. С обороной никак не получится. Фига ты косой, 3 раза промазал. Бэмс, все, пошли в дело. Блин, цикотно на них нападать. Ну ладно, пофиг. В бой. Мы космический десант. Мы не знаем страха, да? Так. Броньку надо ему срезать. И у нас 8 очков. Замечательно. Да сдохни ты уже, пушка. Так, у нас 6 очков, и мы будем ходить, даже если сюда прыгнем. Замечательно. На всякий случай возьму пока. 2-2-2-2-2 у него количество хипов. Ну, я думаю, сейчас разберемся с ним. Пачаны бегут. А мой уже готов. Замечательно, как вы встали. Огнемет теперь чуть побольше цепляет народу. Ну и перекури пока. Расстрелять можно было бы еще, конечно. Ну ладно. Надзор. Пригодилось. Замечательно. Давайте плотнее, плотнее. Там у одного моего парня есть хороший гранатомет. Но мы используем другое оружие. Называется пифтолет. Или даже пиломеч. Да, давайте пиломечом. Пью-пью. Ой, сдохни ты уже, а. Так, ты беги сюда. И все. И стой тут. А ты сдохни. Или не надо дохнуть. Какой у тебя радиус атаки? Да маленький, маленький радиус атаки. Сдохнем. Ну, теоретически, можно подойти сюда. И мы будем ходить дальше. Пью. Плеткой своей какой-то бьет. Эх, не достанем, да? Только если сюда встанем. Жахнем болтером по нему. Нормалек. Болтер вообще одно из самых косых орудий. Не знаю, почему так сделали, но... Мажет конским. Так, как лучше сделать? Ну, давайте встанем сюда. Хе-хе, червячком. Да ладно, серьезно что ли? Я же... Да как так-то, блин? Вот ну бас, а. Нет, это оставим. Ну ладно, я следующим ходом его прибью. Да кому он-то еще промазал, ну? Парень, блин, молодой.
230, давай, ты его убьешь, я верю в тебя. Ну, сейчас он... Вот из-за тебя, чувак, он сейчас нас продамажит. А, нет, он сдох. Нормально. Ну, я думаю, двоих мы успеем убить. Сейчас бы волк попался и сундучок быстренько с это... Замацать. Так, где он? Да, вот отсюда они бегут нормально. Надзор. Специально такой в надзор встал. Постреляй в меня, мужик. Ну, сундук надо взять. Любой ценой. Сундук это святое. Да, жалко, огнеметов нет. Но зато, если мы стрельнем этой штукой, то мы все равно продолжим ходить. И даже, может быть, кого-нибудь убьем. Допустим, этого. Пи-пи-пиу. Хо-хо! Постой, перекури. Пиу! Пиу! Ну, остался последний пачан. И мы, наверное, сделаем так. Бэмс. 115, 125. Давай, не промахнись, мужик. Пиу! Гори в аду, блин, косорылый. Косомордый. Все батьке надо делать, короче. Броньку кастани или с это... Вот они стоят, как эти, дуэлятся. Надо отходить с линии атаки. Они стоят. Так, что у нас самое бесполезное? Наверное, вот эти вот молоточки в данном случае. Подойдем вот так вот. Он по нам не бьет, да и он уже и не ударит по нам. И сделаем вот так. Батя зарешает. 4 сотки, блин, жесть. Нормальный урон. Все закончится сейчас. А, надо было и не убивать, надо было сундучок взять. Он же сейчас кое-что сделает плохое. Вот так вот умирают терминаторы. Хлобысь и все. Он его сейчас еще посадит, да. Довольно кроваво было. И он пошел нас фигачить. И нам теперь, короче, смотрите, надо взять сундук кузницы, и на хвосте будет этот еще уродец сидеть. Поэтому задание усложняется. Так, у него 8 очков. Ну, пока так, наверное. Перезарядись давай, мужик. Мне нужен твой надзор. Волка бы, а. Там какая-то музыка такая эпическая играет. Ну, блин, если я сделаю сейчас эпическую музыку, черти что получится. Ну, конечно. Давай, Вальгарда, стреляй. Надзор. Получай. В лицо. Пацаны, вы хорошо встали. Но я не достаю до вас. Извиняйте. Надо так еще встать, чтобы не мешаться. Наверное, так. Пошел фигачить. Конечно, самого хилого будешь бить. Что делать? Можно подойти ему лицо сломать. Типа отвлечь. Но я ему даже не сломаю ничего. Давайте за 7 подойдем, потом ему дадим в лицо. А этим будем бежать. Бежать, бежать, бежать. Он мне украл карту. У меня украл карту он. Он карту у меня украл. Гранатомет мой. Вот собака, а. Ладно, настало твое время. Гранаты. Собака, дай карту. Сало отдай. Сало отдай.
Как там в преколе было, в видеопреколе. Так, ладно, мы сейчас в него разрядимся нормально. И по этим даже стрельнем, в принципе. С огнеметика-то норм. Вот так вот, пацаны, горите в аду, еретики. И вот сейчас бы тоже хорошо сюда гранатомет зашел. Пи-пи-пи. Ты, блин, случайный не космический волк, чувак. Ты так круто стреляешь, прям как наши парни. Давай, взрывай уже. Так, и смотри, что мы сделаем. Мы бахнем по нему. Блин, я думал, он хорошо дамажит, а он что-то нифига не дамажит. 300. Вот этот молоток хуже, чем этот бьет. Жесть. Этот потому что на 3 вкачанный. Так, пробивает цель, сбрасывает 2 карты, дает 2 карты. Давайте вот это вот попробуем сделать. Дает 2 карты сначала. Может, мне еще ассалты понападают. Чувак, как ты это делаешь? Как ты можешь молотком промазать вот по этому дебилу? Он 2 метра роста. Ростом 2 метра, блин. Ну, давай, может, своим веселым молоточком этим попадешь. Я сейчас все лицо фейспалмом разобью. Читер, блин. Я на вас... Он еще мне очки усилия накинул. Теперь граната моя не сработает. Что за фигня, блин? Да, сейчас будет эффективный взрыв 150, блин. Что за фигня? Вставай сюда. Дебил, блин. Гранатомет появился. Теперь я хочу в ту кучу стрельнуть. Ну ладно. Запили мужика. Мужика мне забили. Так, надо сейчас чуть-чуть тобой отойти, чтобы ты, короче, скайтил этого засранца. Ты же малохипешный. Все на тебя побегут. Ну, в теории. Что там на практике будет, фиг знает. Так, у всех по 5, у меня 4. А я, пацаны, вот так вот сделал. Уи-у! Представляете, вы такие стоите, направили оружие уже на врага. И он такой, вуф, тебе за спину молотком, с молотком наперевес. ТПшится, это жестко, наверное. Так, ну ты все равно промажешь, так что с молотка не думай, бьем. Ну у него пассивка 50%, но все равно это люто, блин. Что с тобой не так? Так, теоретически ты пойдешь за ним, да? Только надо бы угадать направление. Поэтому я, наверное, супер метким болтером в тебя стрельну. Да. Молодец. Без пассивки даже, без сработанной пассивки, все равно ты промахнулся. О, смотрите, мы спасли нашего парня. Спасти рядового Рея. Так, ну ты беги. Скибиди. Скибидиду. За сундучком, пацаны, я сейчас приду, у меня там дело есть. Сундучок. Волк, появись. Вот если волк появится, что вообще? О, 18 минут, я опасно делаю. Надо сохраниться. Если волк сейчас появится, будет норм. А вот это вот не норм. Что сейчас происходит? Ересь? Наверное, все-таки с эфортиком сделаем. Нормально. Пистолем достанешь? Нет, а вот этим? Достанет. Нормально. Пиу. Промазал, но убил. Теперь это реально. И, наверное, вот так вот сделаем. Да. Беги ко мне, парень. Живи. Да ладно. Промахнись, пожалуйста. У нас потери. Фига ты как меня перехитрил. Я думал, все, ты на этого сагрился, мужика. Ну ладно. Минус один. Минус один. Ту-дум, ту-ду-ту-дум, ту-ду-ту-ду. Он под эпичную музыку бежит за сундучком. Я соберу тебя. Пиу. Так, ну а ты давай попади.
Я верю в тебя. 310 урон на земле не валяются. Пи-пи-пи. Что за фигня, а? Что за фигня происходит? Что за дичь? Так, тут маленькая пиписька. Хотя бы так. Этим попал, а чё тем-то не попал? Ты умеешь попадать? Нифига себе. Беги, мужик, беги. Они за мной бегут? Нет, они что-то знают. Волчара, да неужели, блин? Да ты мне уже не нужен, как бы. Я уже сам добежал. Я уже добежал сам. Да, мне клеточки одну не хватило. Вызовем, наверное, волка. Что такое-то? Почему так всегда получается? Теперь мужик наш будет стоять, а волк возьмет награду. Давай, ты сможешь. Ты сделал шаг и нормальный кулак. Я его потом засуну куда-нибудь в себе, в колоду. Что там есть? Что? Нормально идет запись. Пиу! Промахнись. Ну все, собака наша сутулая побежала в атаку. Куда-нибудь сюда пока что. Скоростной пес. Снижает. Это прикол, да. Лучше этим сходить. Хотя, если мы так сходим, то мы его запилим. Тогда, наверное, лучше так. Двенадцать, девятнадцать. В принципе, у него уже половины хипов, нет? И он еще мажет. Че? Переходишь на светлую сторону, чувак. Вы, блин, вы вообще как выжили-то? Как вы инициацию прошли на Фенрисе? Вот вы все, блин. Даже волк косит. Ну, теоретически мне их убивать не надо, но я вас все равно всех убью, блин, сволочи. Косорукие сволочи. Так, что мы можем сделать? Можем с... Подождите, я не в того стреляю. Мы можем стрельнуть в него болтером 9, а потом 3 снять. Получится 6. Нет. Можем стрельнуть 5, а потом 3... Не можем мы стрельнуть 5. Мы сделаем лучше, мы убежим. И кастанем броню. Тактическое отступление за угол. Мы же милишники, надо идти в бой. Пацаны, лучше разбегайтесь, блин. Все, Вальгард идет в раж. Вам не жить. Так, надо как-то встать, чтобы всех зацепить. Наверное, вот так вот встанем. Тогда мы всех зацепим, теоретически. Смотрите. Следующий ход минимум двое сдохнут. Надзор, как тебе такое? А в ловушку попал? Ну да, и такой... Я тебя убью! Мимо. Наверное, этого убьем так. Давай, не промахнись, я знаю, ты крутой. Ты крутой, у тебя золотая броня. Yes. Ну, этого придется так убивать. 86%, но я думаю, ты справишься. Или с болтера лучше. Вот у этого больше шанс. Нормально. Нормально! Топ-топ-топ-топ-топ. Спрятался за терминатором. Да. Недолго собака бегала. Ну все, давай. Финальная атака. Или нет? Или да? Или нет? Да, наверное, сюда встанем. Засумонился какой-то кран к нам. Вот, смотрите. Не было и появился. Кек-чебурек. Так, у нас есть собачка. Собачки есть и форт. Снижает общее количество усилий. Нормально. Кусай его.
Ту-тун, ту-ту-ту-тун, ту-ту-ту-тун. Да что такое? Почему? Почему? Кулаком. У тебя есть свой кулак, да? Но это силовое, он его оденет сейчас. Давай, убей его. Убей. Убей. Убей собаку. Ну, хотя бы так, сотку. Какой-то читер нам попался, вообще жесть. Кусь, пока хватит. Ну, этот тоже, блин, ТПшится читер. Ура, в атаку! Ну, зря ты сюда пошел. Надеюсь, собака с тем разберется, чуваком. Давай, откуси ему лицо, откуси. Не промахнись. Ты его за жопу укусить не можешь. Он что, уворачивается, что ли? Два раза промахнулся. Жесть. Сейчас я тебя так изувечу. Три сотки, давай не промахнись, мужик. Нормально, ты крутой чувак. Учись, собака. Этот ускакал назад, да? Интересно, он попадется на эту уловку еще раз? Топ-топ-топ. Надзор, ну ты тупой. Хотя у него выбора, в принципе, нет. Я все равно не могу попасть по нему. Так, а почему ты начал ходить? Окей. А, ты же промахнулся два раза. Че, давайте его убьем. Собакой, наверное, его убьем. А до этого просто уже пойдем пешочком. Топ-топ-топ. Если что, вторая собака есть. Ну, давай. У тебя есть один шанс. Ну, ладно, не один, два. Следующим ходом его запилим. Топ-топ-топ-топ. Собакин, давай. Я верю в тебя. Перезарядиться может? Хотя нафиг, мы его так завалим сейчас. Перезарядка для слабаков. Вот, два молотка. Одним точно попадем. Раз. На вторым давайте вот это. Не, это в упор не бьет. Давай. Два, 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 два. Ну ладно, нормально. Походу, Вальгард еще даже не успеет добежать. 80% это мажешь, ну, чувак. Вот сейчас даже если ты промажешь, он все равно испугается и сдохнет. Ну, ты не промазал. Молодец, волк. Тебя 11 очков. Я, наверное, тем козырным топориком тебя и прикончу. Нормально. Успеваем. Ладно, сюда давайте хотя бы. Я теряюсь. Чем убить его? Давайте молотком стукнем. Вот, хорош-то попал. Неужели? Ту-тун, ту-ту-ту-тун, ту-ту-ту-тун. Волком может его съесть. Ладно, не будем растягивать. Добежим до сюда и стрельнем болтером. Даже если промахнемся, мы выиграем. Пи-пи-пи-пи-пи. И все, победа. Такая простая стадия. Я думал, будет дольше. Я сейчас, короче, ребятки, сделаю, что мне нужно сделать, поработки. И если успею, еще что-нибудь запишу. Надеюсь. Хотя вряд ли уже 16:40. Пипец. Ну, в общем, спасибо за просмотр. Я, может, завтра еще запишу по Space Wolf видосик. Потому что какая-то, правда, короткая стадия получилась. Ну, представляете, у нас мужика убили из отряда. Причем такого не последнего. Гунар, это же, блин, Гунар. Кто там он был? Я его не помню, если честно. Ну, потому что он в самом начале сдох. Это тот чувак, который в самом начале дохнет. Позже, позже, позже. Так, следующая стадия будет, знаете, как называться? Нужная частота.
добраться до переговорного устройства и найти сундук кузницы. Как неожиданно. Ладно. Ну так, еще раз. Всем спасибо, всем пока. Играйте в крутые игры. И вот в Space Marine тоже играйте, да. Всем пока.